Константин Корнеев готов бороться за олимпийское золото. Всем удачи, и чтобы побольше побед было. В этом году представителем команды ЦСКА в сборной России на Олимпиаде в Ванкувере стал Константин Корнеев. Он играет за ЦСКА с 2006 года под номером 22. Награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионатах мира 2008 и 2009 годов. Мы как раз вручили на Ходынском поле, когда мы тренировались, Владимир Владимирович Путин приезжал, лично вручал, конечно, это очень приятно, неожиданно была награда, поэтому сейчас дома хранится в домашнем музее, скажем так. На стадионе, когда вот полный стадион, особенно когда дома играешь, это просто это большая поддержка, на самом деле, болельщиков. И не зря говорят, что это шестой игрок. Это на самом деле так, что в Канаде, что в Швейцарии наших болельщиков было очень много. И это очень приятно. И в армии, и в спорте, в любом случае, дисциплина для достижения цели. То есть должны быть все единые. То есть это, в принципе, и командное, скажем так, да. Спорт – это хоккей, командный вид спорта, армия – это тоже командная, но уже не спорт далеко. Поэтому, я думаю, это и объединяющие такие составляющие части. Независимо от хоккея, я также переживаю за и болею за нашу сборную, независимо в любом виде спорта. Поэтому мы всех поддерживаем, и всем удачи, и чтобы побольше побед было.